Вот одно сердце этого предприятия, это подстанция, электроподстанция. Ну и что на 10 киловольт. Завтра запускаем и пошли по технологии запускать всю цепочку. Угу. Это у нас уже вот здесь выходит готовая продукция. Машина подходит? Подходит машина, да. Машина загружается. Здесь уже полностью. Это кусок. С холодильника? Это с холодильника. Это транспортная экспедиция. Да, это уже экспедиция. Выходит готовый продукт. Угу. Отсюда. Вот это готово к подключению. Подключаем и начинаем крутить. Оно выставлено, эта линия как должна быть. Вот она как должна быть, да. Единственные финишные лаки подняли все сюда сейчас, mm-hmm. чтобы доделывать уже все до конца. Но здесь уже сделали полы. Да, да, да. Здесь полы сделали. В прошлый раз вы были, Александр Григорьевич, камера холодильная. Вся полностью линия установлена. Установлены все холодители. Опять же... Вы их прокручивали? Нет. Мы их не запускаем, пока не дадим на пробу. Кабеля все спустили и будут запускать только те, кто поставляли, чтобы не сняли нас жрать. Так, в принципе, подключаем и запускаем. Сколько здесь камер холодильника? Значит, сейчас скажу. 8, 16. Это крупный, вот как мы видим. И плюс еще порядка 46 мелких. Оно, в принципе, каждая камера, она с пониженной температурой. Мы можем в любую точку планеты поставлять продукцию. Ну, кроме жесткого халява. Да, да, да. Кроме арабского мира. Ну понятно. Китай, да. Где-то российская сторона, мусульманская, без проблем тоже мы проходим. А жесткий халяв нет. Тем более, что у них у каждого свои требования. Здесь у каждого свои. В сельском хозяйстве свои хозяйства? Да, 25. 25? 25. Но это имеется в виду объединение? Да, да, да. Да. И да. Ты головной у тебя? Да. В трех районах. Ну вот 25 хозяйств, они тебе и должны мясо давать. Они и дают, мы комплекс восстановили. Ну я имею в виду, желательно уже под твою потребность. Мало. Потихоньку мало, надо к этому мало, двигаться. Мало. Но оптимизироваться надо. Конечно, без этого. Если хорошее предприятие, конечно, его надо загружать. Зона двух мясокомбинатов, мы загружаем там. Витебский. Ну ладно, я так по дороге думаю, посмотрю, ты работаешь или нет. Работа тут идет. А, нет, здесь постоянно без выходных. До встречи. Всего доброго.